Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании XM. Модель под номером 48904, модель MiG-25. Ну, первое, что мы видим, это у нас красочный, красивый бокс-арт, то есть выполнен очень качественно, хорошо. Поэтому, если вы покупаете модель не себе, допустим, а в подарок, то обратите внимание на эту модель обязательно, что она будет приятным подарком. Далее, коробка из плотного картона, что важно при транспортировке почты. В коробке у нас лифтники, пакет с лифтниками, два набора декалей. На них мы остановимся поподробнее немного. И инструкция. Коробочку выбираем. Но пока не пригодится. Ну, давайте я вам покажу декали. То есть первое. Ну, помню, рукопласт. У нас технические надписи. Вот я вам показываю. Декали выполнены на новой бумаге. Если вдруг вы когда-то собирали модели на старую, ну, там были декали старой бумаги, то теперь все изменилось. Новые декали у нас отличные, переводятся хорошо. Далее еще одна декаль. Вот такая. Собирал, потому что модели на новых декалях мне нравятся. Далее у нас инструкция. Инструкция в виде журнала формата А4. Первый у нас лист глянцевый, все последующие матовые. На первом листе у нас технические характеристики на двух языках. Также предлагаются краски в палитре Revel и Tamiya. Вот я вам сейчас покажу их. Вот и вот. Ну и теперь давайте. Первое, что у нас. Скажу, что красным показывают детали, которые не используются в сборке. То есть это, как правило, допустим, балка от другая модификация. Сейчас эти детали не используются, и получится модификация, которая лежит уже в этой коробке. На что хочу обратить ваше внимание, это еще на, как это правильно сказать, детализацию шагов, можно сказать, что они очень подробные, что немаловажно для новичков, что вы не запутаетесь. Да, инструкция XM мне нравится. То есть проблем с инструкциями я ни разу не встречал. Инструкции, как я говорил, подробнее. То есть тут все, прям каждый шаг, все показывается. Что и куда. Также подписывается, какими красками красятся те или иные детали. Обращу ваше внимание, что колесо собирается из двух половинок. Ну вот у нас уже окончательная 3D модель и варианты окрасок. Варианты окрасок нам компания XM предлагает: MiG-25 RBF Шаталова, август 2001 год. Здесь у нас технические надписи, что и куда. И еще два варианта. Это у нас MiG-25 RBF, Германия, 91 год. И еще один Шаталова, 2001 год. Вариант без камуфляжа. Дальше следующий. Вот наш набор. Так, ну давайте приступим. В сети уже много есть, скажем так, примеров сборок, но не этой модификации, другой. И скажу, что отзывы только положительные про модели
вообще про все новые модели компании SEM, поэтому обратите внимание на них при покупке. Так, тут у нас присутствует клепка, детали, расшивки, толкатели на внутренних частях. Каких-либо дефектов не обнаружено на данном леднике. Также присутствует клепка, расшивка. Расшивка глубокая. При окраске и смывке смывка будет растекаться по ней прекрасно. Толкатели на внутренних частях, элементах. Далее следующий. В данном наборе достаточно большое количество деталей. Так, на мелких деталях все чисто. На больших присутствует клепка, расшивка. Каких-либо дефектов пока не обнаружено. Далее, следующий у нас. Ну, также тут все чисто. Приборная панель, она у нас похожа в виде так называемого пирога, да, то есть тут присутствует прозрачный ледник, который вставляется снизу и имитирует стекла приборов. Но, скорее всего, есть еще декаль, то есть это так собирается все в пирог и смотрится замечательно. Так, толкатель на внутренних частях, элементах. Пока каких-либо дефектов в данной модели обнаружено не было. Далее следующий литник. Ну, тут у нас литник с мелкими деталями. Все детали хочу обратить ваше внимание, что они выполнены качественно и хорошо. Дефектов нет. Толкатель на внутренних частях, элементах. Далее следующий у нас. Клепка есть, расшивка есть. Все прекрасно и замечательно. Толкатели, ну, опять на внутренних частях элементов. Еще один литник, это у нас, я так понимаю, какое-то дополнение от прошлой модели или наоборот к новой модели. То есть это носовая часть самолета. У МиГ-25, насколько я знаю, в модификациях менялись носовые части. И компания SEM это все предусмотрела. Тут у нас имеется другая носовая часть. Одну я уже там видел на ледниках. Клепка присутствует, толкатели внутри. Теперь остекление. Остекление у компании SEM мне вообще очень нравится. Через него все видно очень хорошо. К тому же в таком самолете хочу обратить внимание в сборке, уделите внимание кабине пилота, потому что через остекление, через такое большое, эту кабину будет видно прекрасно. Поэтому уделите внимание, потому что вот остекление, оно четкое, то есть вот я сейчас навел на букву, чтобы можно было посмотреть, то есть все через него видно. Каких-либо дефектов на таких литниках не было. Нет. Ну вот и закончу наш обзор. Если вы любите реактивную авиацию, то эта модель, она должна быть обязательно у вас на полке. Модель качественная. И вот судя по другим модификациям, которые я видел, они не доставили проблем при сборке. И поэтому эта модель, я уверен, тоже только порадует вас. Приобретайте смело. Всем спасибо. Всем пока.